приветствую вас на моем канале анонсов. И в этом выпуске я вам расскажу, что же нас ждет в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. А в следующей серии мы увидим замечательную конкуренцию между Шатырко и Артемом. Они отправятся на двойное свидание вместе с Ксенией и будут плавать на яхте. Артем начнет, как в народе говорят, быковать и наезжать на Шатырко. Притом он такой грозный и такой злой бывает, что мне кажется, это небезопасно для девушки встречаться с таким мужчиной. В конце он будет бросаться стульями, ругаться Шатырко, а Ксения будет с Шатырко целоваться. Вот так. Напишите мне в комментариях, кто вам больше нравится, Артем или Андрей Шатырко.